Всем кусь, ребят, с вами Леоми, и добро пожаловать обратно в нашего замечательного братата, брататамена. Я за кадром, ребят, сейчас быстренько открыл за скрягу двух персонажей, поэтому сегодня у нас будет призрак и ловкач. Я решил это сделать за кадром, ребят, потому что в серии это не стоило того процесса, скажем так, потому что надо было здесь набрать 50% скорости, по-моему, и 3000 материала иметь в наличии. Соответственно, решил взять скрягу, нулевое возвышение и быстренько за него все это сделать. Не считал описание персонажа, не считал описание анлока, который я сделал за скрягу. Просто если бы я 50% скорости пытался набрать на 5-м возвышении за персов, то это были бы просто запоротые забеги один за другим. Я и так-то это под конец лишь набрать смог, потому что мне просто, не знаю, я по 5-10 реролов делал, и мне не выпадало ни одного релика на скорость. За левелапы то же самое было, там по 5-10 реролов, и порой бывало, что так ничего не выпадало, даже белого качества на скорость. А с материалами просто надо себе очень копить, поэтому я решил, что это не стоит отдельного внимания, чтобы показывать, в общем-то, отдельными сериями какими-то. А вот если у нас будет забег на скорость через стат скорости, как для урона, как для турнирного копья, то вот это уже другой вопрос. В общем-то, как-то так. Сегодня у нас будет, соответственно, первым призрак, вторым ловкач. Решил, что я инженера оставлю на следующей серии, чтобы разделить, потому что я этих обоих персонажей очень ждал. Призрак, собственно. Плюс 10 к параметру урон с оружием класса бесплотное. Плюс 30% к уклонению. Максимум уклонения не превысит 90%. Броня минус 100. Это местный лосс, судя по всему. Но он, собственно, и здесь, даже призрак, все дела. Играть будет от бесплатного оружия. Я это очень давно хотел, полноценно прямо. У него 3 бесплатных. А, у нас всего 3 бесплатных существует, что ли? Возможно, что за прохождение за этого персонажа откроется еще какое-то бесплатное оружие, к слову. Так, что у нас можно? Есть скорость атаки, есть процент к урону будет повышать. Это макс УЗ будет повышать. Я не знаю, что мне приоритетнее, наверное. Типа в самом начале брать. Черт его знает. Вот серьезно. Давайте, наверное, призрачный камень возьмем. Мы будем получать, выходит, очень-очень много урона, да? Вдвое увеличен он по нам будет, судя по всему. Ну и давайте начинать. На 87% больше получаешь урона, да, у тебя ХП есть по-прежнему, ты не шотаешься, но близко к этому. И мы должны раскачать просто дичайшее уклонение. Мне кажется, что-то, что откроется из этого перса, оружие, которое будет давать уклонение, если мы пройдем. Я совсем не уверен, что у меня получится пройти, но посмотрим вообще, что из этого выйдет. Так, материалы собирать. Вначале покупаем себе оружие быстрее, всякое бесплатное, только бесплатное. Исключительно бесплатное. Остальное все ролим. Так, окей, еще ролл. Ничего не вижу здесь. Можно хп себе пятерочку, кстати говоря, потому что... Ладно, давайте подождем с этим пока что, не будем торопиться. Хочется взять, потому что для меня бы это было ощутимо. И, кстати говоря, я впервые взял, по-моему, жезл. Я ни разу не видел, как он стреляет, я ни разу не видел этого эффекта. Походу, его реально до этого не трогал совершенно, но, скорее всего, так и было, да. Бесплатное оружие очень сильное, но берешь его в начале и постепенно качаешь себе статы. Тут у меня, конечно, будет рандомно качаться. Ну, в зависимости от того, какое оружие будет преобладать по частоте убийств. Так, 5% к урону, 5% к скорости атаки. Не знаю, что мне нужнее. Можно вообще рольнуть. Реген. Не знаю даже, мне больше уклонения акцент. Ну, давайте пока что, наверное, 5% скорости атаки возьмем. Дальше будет видно, что. А броню нам нет смысла особо качать, потому что я ее в минус... Все равно в плюс ее не выведу. А почему минус 102, кстати? Мне что-то минус 100 писалось. А, может, мне какое-то бесплатное оружие дает же уклонение тебе и забирает броню, точно. Сбор урон в ближнем бою. У меня оружие... Это ближний бой, а вот это дальний, что не очень удобно для меня. Ладно, я все равно возьму ближний бой пока что. Призрачный камень. Больше деревьев, в принципе, себя может окупить. Да, купит себя, скорее всего, быстро причем. Давайте ролим, здесь недорого ролить. На следующей волне будет в любом случае дороже. Так, все, погнали дальше. Надо надеяться, что я раскачаю себе много статов. У меня будет большая скорость атаки, большой урон. Все такое. Что там у нас посох качает, погоди. А, ХП еще он качает, точно. Ну и надо каким-то образом разогнать себе желательно уклонение побольше прям. Прям очень много. 90% можно сделать. Но перс не шотается, да. Если бы он шотался, это было бы совсем жестко, потому что какую-нибудь шальную плюху ты все равно там время от времени там получать будешь, да? И вот не повезло, в 10% уткнулся, и ты шотнулся бы. Так что тут все-таки не так, это радует. 2 макс УЗ, 5% к урону и 5% к врагам. Ну ладно, я возьму, допустим. Не знаю, стоило того или нет. 23 хп возьмем, чтобы я вот реально хотя бы не шотался. 3% уклонения пригодится. Я не думаю, что я разгоню себе уклонение слишком сильно. У меня 30% будет от бесплатного давать все уклонение. Минус 5 брони будет в итоге. Шанс критов у оружия очень маленький. Отталкивание есть небольшое у меня. Ну и их надо постепенно будет качать, чтобы они
быстрее качали меня, в общем-то, как-то так, да. Это я не буду брать, потому что я расходником буду регениться, я думаю. Ролл еще один, кибершар есть. Шанс того, что я от удачи буду играть, не очень большой. Но он есть, я уже удачу могу взять сейчас. Давайте его обнем, ладно. Так, 5% скорость атаки и дальность еще. В принципе, тоже можно мишку берсерка. Хотя, нет, у меня скорость атаки будет достаточно. Хватит нам этого. У нас тут больше акцента прокачать оружие, наверное. Статы у нас будут. Больше именно оружие и просто выживаемость и уклонение. С дамагом и прочим проблем быть не должно. Это оружие вроде как само по себе, оно не слишком сильное, да? Если ты где-то в конце возьмешь себе красное, не знаю, красное бесплотное, оно не будет себя, наверное, окупать на фоне многих других оружий. По крайней мере, теоретически для баланса оно не должно так делать. Потому что его суть в том, что оно качает себе персонажа. И повышает его эффективность для всех оружий. Чем раньше возьмешь его, чем больше с ним побегаешь, тем будет лучше. Опасно так в толпу врываться, потому что я могу умереть очень-очень быстро. 6% уклонения, давай. Ну, кибершар берем и... Ролл. Пока что, несмотря на то, что у меня много бесплатного, топорика я до сих пор, кстати, не нашел. Топорик мне нужен. Мне же на этом баланс держать, может быть, не знаю. Я бы всего по 2 имел бы в идеале. Но пока что топорика вообще не видно. Кислота есть, которая уклонение заберет немножечко, но я уклонение мог бы в плюс вывести все равно. Но, наверное, брать не буду. Не уверен. Давай еще ролл. Где же мое добро? Отталкивание, не знаю, сколько мне нужно. Давайте возьмем отталкивание, не знаю, на всякий случай, вдруг пригодится. Вдруг приятно будет, у меня такой какой-то гибрид получился. У него одна голова, одна часть головы. Какая-то деревянная, что ли, я не знаю. Писали мне, что эти картошки, этот персонаж, персонажи, в принципе, похожи чем-то даже не на картошку, а на яйцо. Если так задуматься, то есть такое. Но вообще, есть же и белая картошка. Я как-то чаще желтую встречаю. Но есть же и белая. Я, правда, не знаю, честно говоря, в чем-то у них есть принципиальное отличие или нет. Помню, раньше как-то она мне гораздо чаще попадала, а сейчас вот что не куплю, что всегда желтая. Не знаю. Не смотрите. Так, меня куснули сейчас достаточно больно. Я просто сейчас играл на нулевом возвышении, и там меня рогатые жуки били на 12, когда у меня было 0 брони, по-моему. Или около, то ли на 14, что-то около того, не знаю точно. Так, это 6 левел, это не гарантированно синий, это мне просто повезло. Давайте 10 удачи возьмем. Ни хрена. Боже. Так, странного призрака опасно брать, у меня нет регена сейчас совершенно. Подкладка, это, кстати говоря, тот самый предмет, который я открыл за скрягу, но я не читал описание. 3 максимум Z, 1 параметр максимум Z за каждые 100 материала. Понятно, да. Ну, не подходит мне оно. Так, ну я беру себе и то, и другое, вот это объединяем, и жезл у меня будет качать хп. Это хорошо. Странный призрак, я мог бы фруктами отхиляться, но не факт, что... А вдруг вот где-то накосячится? Нет, давайте вот так лучше. Топорик есть, хорош. Объединяем это и... Убери. Как это убрать? О, что-то как-то застряло ненадолго. Дальний сбором можно, в принципе, взять одну штучку. Тоже лишней не будет, я думаю. Фиолетовый посох — это серьезная заявочка. У него, кстати, такой звук забавный, лазерный будто. Мне, кстати, написали такую тему, что у волн действительно есть условный, не знаю, подэтап или подволны. То есть у нас вначале одни враги спавнятся на волне, потом другие, и оно вот таким вот... Определенное такое разграничение имеет, поэтому можно тоже это постепенно изучать. Как-то что-то запоминать и учитывать, ай-яй-яй. Так, мне надо как-то поаккуратнее бы, да? Я даже не знаю. Побольше уклонения, побольше скорости так и не хватает. Я, по-моему, редко атакую весьма. У меня же, да, у меня же все оружия имели изначально очень маленький стат скорости атаки. Это прямо жесть. Сейчас задушат. Пипец, я прям умирать. К скорости атаки взять сейчас или к регену, чтобы хоть какой-то реген был? Реген не спасет меня, наверное. У меня типа 1.01, 1.06, 0.86, здесь 0.78. Но без пробивания, надо понимать. Давайте 10% скорости атаки. Призрачный топор, хорошо. Так, а я могу как-то объединить так, чтобы было 2 топора? Наверное, я могу. Вот так сделать, позволить себе. Убери. Может, дальний сбор не стоит сейчас того? Потому что 42, это что-то как-то дороговато. Для меня сейчас деньги прямо в дефиците большом. Нужен ближний бой и дальний бой, по чуть-чуть вот этого обоих раскачать. Порченные стероиды, минус скорость атаки, ну 2 ближнего боя. Ну давайте возьмем, допустим. Потому что у меня множитель, в принципе, будет в порядке. Ну, постепенно будет в порядке. Сейчас пока что я сильно отстаю по силе, по-моему, потому что седьмая волна у меня прям... Я с голым задом практически. Успел сломать?
Вроде успел сломать. Так, надо за этими яйцами следить, они сейчас могут доставить очень много проблем. Яйцо. Второе яйцо, хорош. Конечно, хочется и деревья рушить тоже, да, попутно. Но яйца это приоритет. Так, одно яйцо я сломал, а второе где? Они же по два спавнятся вроде как, я что-то не увидел. Яйцо! Есть. А он быстро сломал, смотрите-ка, от одного выстрела моего, может быть, это фиолетовый посох залетел у него. А у него урона побольше все-таки. Мне надо, кстати, много киллов делать ведь. Мне же не просто надо бегать, надо прям выносить мобов в больших количествах. Больше всего выносить на самом деле будут оружие, которое прошивают цели насквозь, если так задуматься. Урон в дальнем бою, плюс стихийный, минус к скорости немножко. Ну ладно, допустим, возьмем. Минус регену Зену, плюс 20 удачи, это много. 15% скорость атаки, это тоже много. Давай, ладно. 9% скорости. Ну, оно будет чуть-чуть понижать мне броню, если я буду качать, но я там охренею. Да, 9% скорость тоже пригодится. 10 удачи еще, у меня кибершар будет хорошо дамажить. Он по десяточке уже бьет. Много удачи и надеяться, что я вот смогу продержаться и раскачать оставшиеся. 12% к урону, наверное, хотя... Попробую успею раскачать все. 4% к уклонению, 4% сбор, как-то не знаю, не уверен. Эффективное хп 19. Понимаешь, что мне 19 урона надо нанести изначально, если так сравнивать с тем, что... Обычно, из-за того, что у меня так мало брони. Так много отрицательно, я бы сказал, точнее. Не знаю, не уверен, что я хочу себе дальность тоже понижать. Хотя 12% к урону сейчас даст много. Не, ладно, рольнем. Дальний бой, дальность, скорость атаки в минус. Давайте, пробуем. Тяжеленькая ситуация сейчас может быть. Потому что мне надо много статов. И вот этот этап, который я не могу продержаться сейчас, может создать проблему, то есть где я не вытягиваю еще. Постепенно-то раскачались бы, но надо еще к этому прийти. Сейчас мне надо много и хп, и уклонения добрать, и дамага, и оружие раскачать. Всего и побольше хочется. Даже прицелом сейчас хочется пользоваться. В толпу врагов совсем не хочется летать. Потому что если буквально парочка тиков подряд мне не повезет с уклонением. Ну, понимаешь, что уклонение в среднем тебе помогает, но когда у тебя мало хп, то вот ситуация, где оно вдруг тебя подведет как-то, она сразу будет фатальной. Можно было бы попробовать понадеяться на кражу жизни, ее подраскачивать. Блин, много так мобов там было, но мне в них влетать совершенно не хочется. 16 сбор, ну давай, это бесплатно. 9% уклонения или реген, но у меня реген отрицательный. Могли бы плюс вывести, конечно. Давайте уклонение, ладно, у меня сейчас уже его 78%, ни хрена себе. Оно же мне никак не качается, правильно? У меня урон к бесплотному. 10 к параметру урон. А, это плоское значение урона, типа как для ближнего, так и для дальнего боя, типа вот это аналогичное. Я сначала думал, что это процентный, нет, это просто плоский, который потом домножается. То есть к базовому стату, можно сказать, у оружия. У меня уклонение как перс сам по себе не качает. Бонусного опыта 20%. Фишка есть, 8% уклонения еще. Давай. Еще больше уклонения. Стволка, сбор, ближний бой, максимум хп. Давайте максимум хп чуть-чуть добавим себе. Тоже все-таки необходимо. Блин, ну призрак, конечно, очень, очень стеклопушечный перс такой. С красными глазами у меня сейчас еще бешеный. Так, ну мы на этой волне можем много набрать урона. Если бы у меня был, кстати говоря, другой какой-то приоритет по оружию, у меня, соответственно, по-другому все статы распределились. Я просто думаю насчет того, что, может быть, стоило топорик взять первым оружием, чтобы он мне качал дамаг, и мы прям дамажили хорошо. Потому что по хп ты, например, какое-то время протянешь, в принципе. Без скорости атаки зависит от волны, на самом деле, сильно. Ох, там стрёмно, когда такая толпа мобов. Я вот, кстати, не знаю, смотрите, у нас в игре есть инфреймы, но их очень-очень мало. А если ты уклоняешься, инфреймы срабатывают или нет? Потому что если нет... Если такого нет понятия, да, у нас, тогда толпа тебя по уклонению может гораздо чаще пытаться ударить по тикам. И тогда может снести прямо моментально. Но я думаю, что вероятнее всего они должны быть. Что типа каждая пытка удара, что она уклонилась от нее или нет, она все равно дается неуязвимость, скорее всего. Но не гарантированно, что это так. Я предполагаю, по крайней мере. Маловато я насобирал материал для этой волны, если честно. Блин, минус 15 дальности. Но оба стата мне полезны. Ладно, возьмем. 45 дальности обратно можно вернуть. У меня сколько дальности сейчас? Десяточка.
А, не знаю, здесь есть 4 ближнего боя. Ну ладно, давайте возьмем фиолетовую дальность. Не знаю, что было сейчас лучше. Урон при пробивании не может... Плюсы, ну не может быть выше базового, все такое. У меня есть пробивание вообще здесь? Где у меня на посохе? Пробивания сейчас у меня нет. Посохом, у дальнего оружия очень хотелось бы иметь пробивание, конечно. Так, качаем раз, качаем два. У меня сейчас получается два камня. У меня всего по два как раз. Блин, как хочется это поменять местами, просто для перфекционизма. Здесь 16 надо килов, здесь 20, здесь... А, ну 16 фиолетовый. Синий по 18. Это по 20. Кибершар есть. Кража жизни можно, в принципе. Деревья за один удар, не знаю, насколько мне надо. А пускай будет. Недорого стоит. 5%, 5 параметров процент к урону за каждые 5 секунд до конца волны. Мне писали, что эту штуку я сильно недооцениваю, потому что... Я понимаю, что она тебе в дальнейшем будет давать очень много бонуса, но я опасаюсь каждый раз, что она меня... Вначале так засыпет мобами. Восстановить ОЗ при сборе материала, кстати, вот это может быть полезно. Даже несмотря, что минус один в дальнем бою, я это возьму, попробую. 20% бонус опыта, 10-я волна. Поздновато, но я возьму все равно. Еще можно взять. Так, а у меня, погодите, на какой волне у меня там была орда? Элитка. Что-то я не просто понимаю, то ли на 10-й, то ли на 11-й. Аккуратненько, у меня уклонение часто будет срабатывать, да. Что-то сейчас еще хотел сказать. Что-то упустил. Не знаю. А, так вот, эта штучка, с одной стороны, она может меня закопать в самом начале, да? С другой стороны, она упрощает себе более поздний этап волн. Хотя он тебе будет в то же время и сложнее из-за того, что у тебя в начале ты закопаешься. С другой стороны, в начале у тебя мобов не так много. Более-менее еще безопасно можно себя чувствовать. Поэтому не знаю. Я понимаю, что релик интересный весьма себе. Нужно понимать, зависит от... Все всегда очень сильно зависит от контекста. Просто кардинально говоришь, что что-то имба всегда и везде, а что-то другое всегда и везде плохо, зачастую бывает не очень корректно. Чаще всего, скажем. Хотя есть, конечно, неоднозначные приметы. 64 хп, нихрена себе я набрал уже. А, ну у меня же сейчас хп качается активно. Блин, нифига, я танчить могу даже иногда. Правда, мне кажется, если мне вот не повезет, вот 2-3 удара подряд, я умру. У меня аж 35 эффективного, как бы фактически у меня значительно меньше его было. Ну, как... Мало урона мне надо впитать, в общем-то. Что по мне будет прилетать очень сильные плюхи. На самом деле, вроде и бесполезный стат этот эффектив хп. А с другой стороны, общую картину он тебе немножечко для понимания, с учетом ориентировки на другие какие-то ситуации, с которыми ты же сталкивался, все-таки дает. Ну, давайте урон в дальнем бою чуть возьмем. 6% к уклонению еще. Это уже будет перебор. Мне хватит текущего. Откуда у меня еще качается? Что-то не обращаю внимания аж даже. 10% для скорости атаки надо ли? Потому что у меня она и так качается, у меня ее и так много. Хотя, на самом деле, призрачному топорику надо. У топорика не хватает скорости атаки. Трактор к сбору. Процент урона медленно качается. Да, мне топоры надо срочно найти. Давайте попробуем эту штучку взять. Дальний бой к скорости атаки минус к урону. Блин, еще минус к урону. А, у меня минус к урону, минус один уже. Слишком много. Хотя он будет потом раскачиваться в процессе волны ведь. Не возьму. Мне нужно сейчас... О, бинго просто вот этой. Все. Все сюда нахрен. Так, это замечательно. Я все могу купить или нет? Я не могу купить призрачный белый камень. Либо могу его купить вместо сделать красный себе. Во-первых, я точно объединяю топоры и покупаю топор сразу же. Во-вторых, я покупаю вот этот камень. В-третьих, я пока что жду. Все остальное я хочу себе и стрёмную пищу тоже, потому что уклонение я себе в плюс еще выведу. 6% я наберу, а 2 ОЗ основных от расходников может быть весьма приятно, потому что это одно из немногого, чем я могу регениться в принципе. Так, у нас босс поваренок. Клит, точнее. Вопрос в том, что сейчас как бы меня мобы не засыпали другие. Самого босса я не сильно так опасаюсь. Пока что, по крайней мере. Насколько мне будет удобно ее бить еще. Так, у нее хаотично теперь атаки стали. Фаза изменилась. Если вынесем ее... Тихо. Как продамажили, так сразу так 3 хп нет. И если мне подряд еще не повезет еще одну плюху, я сразу получу, то это я уже буду при смерти. И меня засыпали. Вот чего я опасаюсь, да. Не всегда элитку удобно убивать. Не знаю, мне некоторые пишут, что элитку можно всегда прям каждый раз убивать, если там по тактике все делать. Ну не хватает мне урона ее снести сейчас. Меня мобы там зажимают, я просто ничего не могу сделать. Не знаю, как ее выносить прям вот систематически, чтобы, мол, в любом забеге и так далее. Потому что у нее хп прилично. Есть ачивка еще, кстати, которая открывает персонажа убить элитку за 15 секунд. Это прям надо до хрена урона набрать. Прям очень много.
Урон в дальнем бою, плюс скорость атаки. Минус 6% урона еще. Ну на халяву ладно возьмем. 16 сбор еще, 6% к уклонению как раз таки до конца меня докачает сейчас. Ну давай. Бонусный опыт минус краж жизни. Не знаю, честно говоря. Я бы краж жизни наоборот плюс себе оставлял. Стоит ли мне лучше два фиолетовых? Или же красный и белый? Потому что обычно тебе больше оружия как выгодно, да? Но тут все-таки такой контраст, что два фиолетовых, они как бы заметно лучше, чем один красный. Как и по раскачке, не знаю. Интересно, кстати говоря, знаете, что еще что у меня? А у нас количество убитых врагов, оно из волны в волну перекочевывает. Типа вот счетчик, оно, например, убило 15, да, одного не успело. На следующей волне он за первого моба даст мне килл? Даст мне бонус, точнее, или нет? Я не знаю это. Вот топор 3 полученный показатель, за этот 17. А, ну потому что это 3, потому что я его только что взял недавно. Справедливо. Ладно, я объединю, хотя не уверен в этом. Ага, 15 волна у нас дальше. И 17. Я до этого не обратил внимания. Призрачный скипетр. Куда мне его? Только если бы я нашел как-то... Не получится его. Никаким образом. Нужно выше качество. Так, вот это можно, в принципе, замедление врага. Уродливый зуб, не знаю, как кому этот предмет, но мне он нравится. Вот один такой взять, он, в принципе, ну, почти всегда мне заходит. Почти всегда весьма себе удобен и полезен. Особенно враги, которые вот эти вот, которые быстро и ускоряются постепенно. Их он заметно замедляет. Нифига, как у него хп много. Я, кстати, еще в процессе, пока, соответственно, бегал без записи, мог сосредоточиться полноценно по игре, больше следил за мобами. Потому что не надо мне отвлекаться на комментирование и так далее. Я просто понимаю, что когда вот волны, где есть баферы, и там толпы мобов спавнится, у меня очень часто как-то вот буквально... То ли почти всегда, то ли всегда, не знаю точно. Баферы спавнились именно в конце толпы. Очень так подло и вполне себе символично. В таком случае надо вот обращать на это внимание, на какие полные снаряды они спавнятся еще, да? И фокусить их как можно быстрее. Слушайте, мне дамага не хватает. Я очень медленно убиваю врагов. И из-за этого я очень мало наращиваю себе стату. Кстати говоря, то, что у меня минус 20% урона в начале волны, это тоже замедляет меня в начале и меньше киллов позволяет делать. Возможно. Не знаю, сколько оно себя окупает, но возможно, что и окупает. Давайте когтянку возьмем. 7% крит удара. 6 ближнего боя. Неплохо. Да, я возьму себе это, пожалуй. Вежливого пришельца взять, может быть, что у меня процент урона хочется раскачать. Топоры, конечно, есть. И даже с учетом минус 20% они у меня на положительный процент. Но хочется больше. Это можно тоже. Всего по чуть-чуть дает. И не так надо мне особо, если честно. Именно что всего по чуть-чуть совсем уж. Так, уклонение у меня на максимуме. Нож, нет, не надо. 12% урона на одноглазый червь. В принципе, можем себе позволить взять. И серебряная пуля, кстати, есть. Бесичь кислота, которая хп даст много. Уклонение могу добрать еще. Хотя за 155 меня жаба душит, если честно. Не буду, наверное, брать. Серебряная пуля. Мне писали, кстати, что это типа была ссылка на Enter the Gungeon. Там, да, я помню, что там есть предмет серебряная тоже. Серебряные пули, которые повышают урон по элитам, по боссам, в принципе. Там не помню, элитка вообще есть какие-то или нет. Сейчас уже не вспомню, давно не играл. Честно говоря, не знаю, это прям прямая ссылка на Enter the Gungeon или в принципе. Просто есть такая вот идейно, может быть, подходит, как, ну, серебряная пуля, она... Против вампиров в первую очередь, да? А если адаптировать в какую-то игру, то, соответственно, выше стата против каких-то особых монстров, например. Но, возможно, что именно на Enter the Gungeon отсылается. Я, честно говоря, уже не помню. Может быть, я на Вики просто это чекал, а может, нет. Ну да. Сейчас аж вспомнил Enter the Gungeon, мне аж захотелось в него каточку сделать. Иногда бывает так, знаете, тянет. Какие-то игрушки, которые давно-давно были на канале. Я не знаю, мне урона не хватает, чтобы более-менее в центр держаться и выносить всех. А в толпе, я понимаю, что у меня много уклонений, но я им не хочу слишком злоупотреблять. Там моб, который с ящичком. Я не вынесу его. Злоупотреблять уклонение тоже нельзя слишком сильно, потому что, опять же, не повезет. Вот 10% 2-3 раза подряд прокнется, и тебе хана. Вот чего я опасаюсь. Урон при пробивании. Есть ли смысл брать мне пробивание, если у меня вроде как пробивание, если я правильно понимаю, что касается только дальнего оружия, да? А у него, например, нет пробивания. Чем мне толку-то с него? Наверное, не надо это брать. Ну, вроде, если я правильно понимаю, все как работает именно. 2% для краж жизни. Я бы урон взял какой-нибудь. О, ближний бой урон, давай. Отвертка. Призрачный камень синенький. Так, ну это можно себе взять. Вместо беленького, правда, пойдет, да? Так, а вот топорик не получится. Жалко.
Ну, лучше, наверное... Хотя, слушайте, а лучше ли призрачный камень брать мне? Он дамажит 5000 красный, топорик на 4600 беленький. А это фиолетовый меньше нанес. Потому что нанес тот другой. Но он сопоставим. Просто мне сейчас процент к урону как бы важнее. С другой стороны, призрачный камень все-таки синий. Скорость атаки у меня много, но и есть еще куда ее качать. Особенно для топора. Ну, все-таки его оставим. Будет у нас баланс 2-2-2. Останется. Ролл. Удача еще больше. Но она даст и урон в том числе. Давай. Медицинская турель. Она будет подхиливать меня весьма стабильно. Давайте ее тоже возьмем. Ролл не будем делать, что-то как-то дороговато. Так, вот этих надо сразу же, да, обращать внимание, что их когда выбиваешь, там остаются три моба, и они просто спавнятся не от самого моба, как бы, да, они вот спавнятся как отдельные крестики. Под мобом, конечно, да, но... Все бывает про это как-то... Когда забалтываешься, увлекаешься, то можно это упустить легко. Их надо не давать им расплодиться. Они еще сразу же разбегаются хаотично, а потом засирают себе весь экран. Адские, создают большие-большие проблемы. Дождь от шквала выстрелов, которые летят весьма себе хаотично. Причем они не на опережение стреляют, а они просто вот как-то... Как будто по персонажу, но с отклонением в градусов 15-30. Вот такое впечатление создается у меня. Я все время опасаюсь, что у меня вот... Я понимаю, что шанс 3 вот плюхи подряд в уклонении получить не очень большой. Но когда там 10 ударов, например, подряд может лететь... А вот и целая куча мобов, кстати. Целая куча выстрелов, о которых я и говорил. Которыми они меня засрали. Кое-как выжили, но прям... Не знаю, не успел и раскачаться, и проблемы сейчас чувствую большие. Есть ли смысл мне вот этот урон давать? Поджигание. Ну ладно, пускай будет, не знаю. На 18 материалов просто... Вот этот разбор, он такой так мало дает себе, что... Даже если предмет повышает тебе на 1% твою эффективность, может быть, да, все равно хочется его взять лучше. Или там хоть какой, на какой-то пиксель выгодно. Безвредный предмет, например, если просто. Вот это я не уверен уже, потому что... Хотя у меня урон уже достаточный. Это тоже, ну... Нормально несет себя. Нифига у меня сколько, подожди. А, потому что он же домножает еще на процент к урону. Точно, что думаю, почему у меня 54. У меня хп не столько. В ближнем бою мне урона, честно говоря, уже достаточно примерно. Я бы что-нибудь другое поискал. Скорость атаки, еще уклонение. Блин, всего... Стоп! А, нет, нормально. Я подумал, что скорость атаки 99% максимум, что там такое типа число. Нет, у меня больше можно взять, потому что я в последний момент там увидел. 6 хп, 2 регена. Нет, мне реген не надо. Кража жизни 4. Во, вот это много дает. Знамя, дальность, скорость атаки еще больше, капец, скорость атаки. Я вроде немножечко не на этот стат рассчитывал раскачаться, но мне тут, конечно, посох... Не, даже не посох. Камень очень много дал. 50 он дал! А это один. А он учитывает те камни, которые типа в него влились? Наверное, учитывает, скорее всего. Так, я это точно беру. А у знамя не знаю. Еще больше упороться по скорости атаки. Давай. По приколу уже. Чисто потому что мне как-то, не знаю, просто хочется. Мне аж интересно. Конечно, не всегда у меня... Может, сейчас у меня в анимации будут утыкаться. Хотя, по-моему, мы реально машем с большой скоростью. В начале волны... Себя чувствую, если нормально, то это вообще замечательно, потому что потом у меня еще урон раскачается. Тихо. Так, если меня поднадамажили. Ну пипец, мобов шквал, конечно, прет прямо. Вот в толпу точно не стоит летать. В одиночных мобов, в принципе, пройти насквозь можно, наверное, если на уклоне. А может не повезти в то же время. Так, аккуратненько. Так, хочется вот туда какую-нибудь базуку или чем-нибудь еще таким пробивным долбануть. Я понимаю, что там мобы тоненькие. Тут такая толпа. Я сейчас даже курсором управляю, чтобы меня персонаж точно бил куда мне надо. Сейчас топор наберет много урона, я чувствую. Потому что он вот эту толпу как скашивает. Вместе с кинжалом тоже. А вот посох будет мало. Посох будет в отставании, мне кажется. 208 материала, я не могу просто насобирать его. Надо бы увеличить дальность сбора желательно. Еще одно знамя, господи. Урон в ближнем бою. О, то что надо. Шанс 100% притянуть сразу же материал, который выпадает из врага. А это, блин, мне бы найти предмет, который мне что-то делает за материалы. У меня, по-моему, есть лечение за материалы, 8% шанс, нет? Где-то, по-моему, было. Может и нет, может не в этом забеге было. Не помню просто, как он там выглядит именно. Ну ладно, не суть. Но я это себе беру, наверное, да? Наверное, да. Так, сейчас у меня 16-я волна. Элитка будет через одну.
Так, ролл. Счастливый талисман. 30 удачи еще. 25 тысяч нанес кибершар. А, вот я хотел урон посмотреть. 6696. Здесь 3500. Топор 7600. Другой топор 6807. А посох, да, посох поменьше. Ну, потому что я чувствовал, что мы там в толпу врывались. Еще одно знамя. Сколько у меня их? А, всего два? Я что-то думал, что я их уже столько раз встречал, что подбирал каждый раз. Что у них там штуки 4 уже. Кажется, нет. Ну, давай счастливый талисман тоже залочим. Может, стоило в первую очередь его купить, конечно, не знаю. Ну, ладно. Пускай будет много и удачи тоже. Глядишь, еще какое-нибудь оружие красного качества найдем вскоре. Из бесплотного. В целом, я, да, вот это начало было непростое, но мы продержались, и сейчас у меня забег выглядит уже не так плохо. Не знаю, что получится у меня с боссами, потому что все равно мне в один момент чаще всего приходится где-то закапываться, уходить от врагов. Вот у меня, кстати, бафферы краски пошли. Вот смотрите, они вот появляются, как он сзади появляется, сразу убегает. Вот, обратите внимание на толпу. Вот видите, опять сзади они. Где они именно появляются? Вот толпа. Так, это не особо было понятно. Вот опять в конце. А может быть, это не гарантированно так, либо у него просто, в принципе, больше шансов в конце именно появиться, а может быть, специально так и сделано. Что вполне идейно подходит. Просто такой вот любопытный момент, на который стоит тоже обращать внимание, на который я в процессе записи, опять же, я не могу за всем уследить. Никак, пока комментирую, сосредоточен далеко не только на одной игре. Когда просто играешь, или тем более, когда смотришь со стороны, то зрительно гораздо все проще воспринимается. Но вот такой вот момент я заметил сразу, как вот обратил внимание на это больше. Когда поиграл чуть за кадром. Пока он локал. 10 удачи или 2 ближнего боя еще? А, стоп, дальнего боя. Я снова не так... Я почему-то вижу плечи. Меня воспринимается, что это ближний бой. Нет, дальний бой. Давай, дальний бой мне пригодится. У меня его сейчас очень мало. А он мне на посох влияет все-таки. Хотя, слушайте, наверное, на посох не особо надо на акцент делать. У меня больше все-таки по толпам мы фигачим. У меня нет прошивания цели насквозь, правильно? Отталкивание. Ну, давай, я краски немножечко себе решился. Лимонад, в принципе, зайдет. У меня удачи много, а значит, у меня очень много будет дропа с врагов. А он будет хорошо регенить. Ну, давай. Я, в принципе, сблизи бью. Более-менее. Так. Пропоевание, опять же. Критуар уклонения, дальность. Не надо нам это. Купон себя не успеет купить уже никаким образом. Даже если успел, не стоил бы того. 10 удачи еще, давай. Удачи сейчас мне, поскольку кибершаров парочки есть. Так, элитка. Ай. Так, мне нравится, что у нас здесь бафферы есть. На этой волне. Слушайте, как мы элитку-то разгашиваем сейчас, если агрессивно ее чисто лупим так. Как бы я не зажать. Ауч. 49? Ни хрена плюха. И вот, да, как получил плюху, все. Котик поджал хвостик. Я уже не такой грозный. И все, я отрегениться не могу никак. Еще одна плюха, я почти буду при смерти, а потом уже все. И дорваться до литы я уже не могу, потому что мне приходится отходить, отстреливаться. Но в такой ситуации я опасался, да. Блин, мобами засыпало прям, прямо засыпало. Будь, кстати говоря, у меня больше урона в начале, может быть, глядишь, я и успел бы ее снести. Были все шансы, мне кажется, если бы я несколько раз попробовал бы эту волну или... Поагрессивнее бы играл, не так дорожил забега, меня, может быть, и вынес, но что-то все равно как-то стрёмно было. Минус 8% урона, но очень много ближнего. Я думаю, что это стоит того, я думаю, что это окупит себя. Типа, очень много добавят. Так, 9 хп, еще ближний бой, 6. Ну, давай. Так. А мне, кстати, не пишется, сколько у меня, типа, я не знаю, если я добавлю себе уклонение, например, у меня будет писаться, что у меня, типа, 94, но на самом деле 90 только рабочие. Чтоб я мог, типа... Знать, сколько мне в минус убрать. Типа, аналогично, как с наручниками, когда вот ты лочишь себе хп. Не уверен, честно говоря. Экзоскелет, 5 брони, 5% для крит-удара, 5 инженерии. Так, ну нет, не подходит. У меня краж... А, краж жизни у меня 0. Черт. Блин, погоди, краж жизни 0. Надо краж жизни найти. Ну, это типа дорого и даст мне буквально крит-удара, скорости, все. Ролл. Краж жизни, реген, минус бор. Во, вообще хорошо. Хотя регента пофиг. Но пускай будет. По ней крит удар не надо. Садик тоже не надо. Давайте еще один ролл сделаем и на этом. Ну, пока что все. Поехали дальше. 18-я волна. Так, бафер выносим.
Пипец, мобы. Тут на спидах каких-то, я не знаю. Носятся, как угорелые. Знаешь, вспомнил что-то как-то сразу резко. Челлендж по Айзеку, собственно. Где все очень сильно ускорено, тебя под эффектом I'm Excited пилюли. Находишься постоянно, как будто бы. Самый жесткий челлендж в Айзек, мне кажется. Так, мобы с гноем идут. Появляются здесь тоже. Вот краски, видите, их изначально не было, сейчас поперли. Понятно, да, что у тебя разгорается волна, да, и постепенно у тебя быстрее и больше там мобов спавнится, все такое. Тут именно и характер спавна мобов, в принципе, тип мобов и прочее может еще отличаться в пределах волны. Меняться. Что здесь тоже любопытно. Какая-то волна может быть вначале нормально, какая-то наоборот, да, даст вначале где-то более-менее так и в первой половине просраться, а потом все окей станет. Слушайте, как приятно, когда все материалы притягиваются, потому что у меня бы столько сейчас здесь копилось. Хотя все равно не все успело, да, потому что... Солнечные очки, потому что под самый момент они же должны дотянуться до тебя еще. 5% для крит удара мне не особо надо, наверное. У меня там крит урон, в принципе, x2, x2, ну, x2 везде. Хотя шанс крита какой-то есть. Не, давайте ролим, поищем что-нибудь еще. Реген 4. Ну, давай, допустим. Будем подрегениваться. Опа! Фиолетовый призрачный камень. Интересно, что эффективнее по дамагу будет? Может, мне сейчас посох заменить свой, а? Правда, мне будет тяжелее отстреливаться, но он будет мощнее, если по толпе бить. Хотя, слушайте, настолько ли мощнее? Не, не буду я, наверное, так делать, слушайте. Я, наверное, разберу просто синий камень и возьму себе фиолетовый. Все. Шмуп. К регену минус дальний, минус ближний немножечко дает. ХП. Не, не надо. Не хочу стата понижать. Опа, серебряная пуля. Еще одна. Вот это замечательно. Вот это тоже можно взять. Это мне уже не нужно совершенно. Давайте раз, два. Все. 19-я волна. На следующий надо будет потратить все оставшиеся деньги. Слушайте, напряженное было начало, но в итоге вытащили, вытянули. Потому что, да, бесплатное оружие. Оно действительно будет самое сложное, будет старт у него. У меня в итоге призрак 119 хп. Ну а чё, я не то чтобы сам много покачал, но просто у меня качает то ли там топорик, то ли посохи все время. Что за что отвечает, блин? Ну не сутили камень вообще. Кстати, да, оружие, которое дальнее, посох, ему по сути сложнее старт качать, потому что он по одиночной цели бьет, он не сможет на толпе так жестко выигрывать, если у тебя нет, конечно, пробивания целей. А оно... Я так понимаю, что это именно реликом находить, получается, предметом, да, который дает эффект. Но я его встречаю не так уж часто. Ни хрена себе, слушайте, а уклоняет 90%, это да. Я понимаю, что это много, это 9 из 10 атак уклоняется. Но все равно всегда остается вот этот вот шанс, что дважды подряд оно пропнется и плюха прилетит, и ты останешься с голым задом. Еще за это расходников. Минус куканею немножечко, правда, да? Но, может быть, сейчас-то плюс обратно выведу как-нибудь себе. Урон в ближнем бою 8. Хорош. Скорости врагов, но плюс 15 хп, мне кажется, не стоит того. Хп вкусно, но нет. Реген хп минус кража жизни не стоит. Медицинская турель. Давай. Приманка, блин. Этих грызучих говнючих на следующую волну себе создать. Ну давай, ладно. Ролл сделаем и... Топорик докачать, и все. Может быть, у меня уклонение... А, стоп, у меня же ничего не качает уклонение. Посох качает, значит, хп. Да, вот мне хп 38-28, считайте, да? А топорик 37-49, при том, что я взял их гораздо раньше. И топорик, который спереди стоит, он гораздо быстрее качается. Блин, все-таки слоты эти, как бы, они влияют, я понимаю. Но ты не можешь их менять? Если кто-то хочет сказать мне, что, типа, неправильно стоят у меня слоты. Я понимаю, я же не могу ничего сделать. 81. Хрена себе, тоже набрало много. Ну, топорик берем, в общем-то, да. Глаза можно было бы взять себе. Типа, сколько-то урона... достойно они урон нанесли так-то. Некоторые говорят мне, писали мне то, что, типа, мол, вот, зачем глаза, что, мол, отстойный предмет. Смотрите, сколько урона нанесли. 23 тысячи. Нормально так-то. Два кибершара, 58 тысяч. Но при том, что у меня сколько удачи раскачано. Гораздо больше, чем... как бы здоровье-то у меня столько чаще встречается, чем 110 удачи. А что мне теперь качать? Мне только ролить и надеяться на что-нибудь. Вовремя ты пришел, дружище. Да, конечно, лучше, как сейчас бегу, книгу покупаем, инженерия. Все. У нас последняя волна. Я пока что, ребят, бесконечный режим не хочу пробовать. Меня устраивает очень. Мне очень нравится просто, как у нас вот время, сколько занимает один забег полноценно, либо если неудачно там парочка забегов.
Мне очень нравится динамика, и мне пока что ее растягивать слишком сильно не хочется. У меня была на самом деле мысль такая, что может быть потом, если будет интересно, если игра будет там обновляться, она будет обновляться, я думаю, не знаю вообще, еще пока что не обещаю ничего. У меня была мысль, что когда мы попробуем всех персонажей, я же хотел изначально сделать забеги потом за тех персонажей, у которых что-то можно уникальное попробовать, которые наиболее интересные мне показались. Может быть, я буду закрывать персонажи постепенно, в одной серии один персонаж, и эти видео будут дополнительные выходить, потому что мне, скорее всего, будет по записи очень просто даваться. Слушайте, мы легко с огромным запасом вынесли двух боссов. Открыли ритуал, 6% урона, плюс 2% кара жизни, минус к инженерии. Слушайте, неплохо, потому что инженерию ты не так часто качаешь. Неплохой предмет весьма. Вот, была мысль потом, когда попробуем всех персонажей, соответственно, делать забеги, закрывать их на 5-м возвышении каких-то, да? Может быть, всех постепенно. И там уже сфокусировано что-то смотреть. Но пока что не обещаю. Но перед тем, как смотреть всех на 5-м возвышении, я само собой закрою всех на нулевом. Это записывать я отдельно не буду, потому что не будет это особо смысла иметь. Просто чтобы у нас были все анлоки. Чтобы мы могли на персонажей смотреть с учетом анлоков, которые открывают за них. И некоторые из этих анлоков, они очень хорошо подходят именно этим персонажам. Вот в чем прикол. Как, например, я вот сделал забег, да, разгонал себе скорость. Но чисто скорость. А у меня за это открывается персонаж, который играет от скорости. И мне хотелось бы за него это уже акцентированно сыграть еще. Из него откроется и предмет, скорее всего, который дает себе что-то к скорости. Хотя далеко не факт, что он попадется тебе. А также и оружие может открыться. Но первым забегом я очень доволен. Слушайте, призрак — веселый персонаж. Оказался совершенно несложным. Такое, знаете, напрягающее немножечко начало, опасненькое. Но если ты преодолел где-то 10-12 волн, то дальше, ну, разрывает. Бесплатное оружие — имба. Но закрывать само своего персонажа я бы хотел разным оружием. Каким захочется, каким мне будет интересно поиграть, какому персонаж может располагать, таким и будем, в общем-то. Блин, не знаю, запись брата так заряжает позитивом, кто бы только знал, а? Ловкач, 30% скорости, о, блин, у нас он торпеда изначально будет. Один к параметру урон в ближнем бою за каждые 2 к параметру процент к скорости. Ага, то есть через ближний... Так, стоп, что, он тоже минус броня? Да он тоже минус броня! Жопа! Стоп, минус 100 к параметру... А, нет, у него минус 100 к броне в неподвижности. Тьфу ты. А почему минус 3 брони показывает, что как будто 0-87%? Наверное, с учетом неподвижности, да, скорее всего, считается. Так, то есть мне нельзя стоять на месте. В идеале турнирное копье. Оно будет со старта, я так понимаю, выдано. Ближний бой и качать скорость. Погодите, причем он... Один ближний бой за каждый 2% к скорости. Нам скорости дается за фиолетовый, дается 9%, да, по-моему? Ближнего боя за фиолетов дается 6, то есть ближний бой все-таки качать себе чуть-чуть выгоднее. Но правда это дает себе только в один старт качаешься. Турнирное копье, соответственно, однозначно, плюс 2% скорости и минус к параметру урона в неподвижности. Остальное я даже не знаю, что ему еще может подходить такого прямо из того, что здесь предлагается. Но турнирное копье прям идеально. Поехали. И не стоим на месте. Мы очень быстро, я вот когда за кадром побегал, собственно, с 50% и больше даже скорости, чем-то напомнило мне скорость ногу в троне и планта, соответственно. Но я бы сказал, что все-таки разные вещи, потому что здесь тебе скорость твоего уклонения, и тебе комфортно контролировать себя даже на высокой скорости. В троне высокая скорость все-таки чаще всего мешает, тебе хочется играть со стандартной привычной, с более четким позиционированием персонажа. А здесь тебе чаще хочется чего-то бегать, уворачиваться и так далее именно. Не точечными какими-то действиями, а постоянно прям. Так, урон в ближнем бою. Давайте рольнем разок. Может, не стоило, не знаю. Ладно, давайте справимся с скорости. А копье еще, оно скейлится от мили и скейлится от скорости. Так что ему прям будет это вдвойне полезно. Давайте копье. Можно вообще на него чисто на копье сделать забег, конечно. Потому что они ему идеально подходят. Но я охренею набирать. У меня типа, я не наберу себе копья прокачанные, чтобы они были еще в дополнение ко всему. Все, да? Не будем пока ролить дальше. Нахрен с тремя копьями. Забавно тоже, кстати, колоритный персонаж получится. То я вот хотел, знаете, чтобы так... Чтобы слишком колоритные персонажи были все-таки разделены как-то по сериям. Более-менее так сбалансировано, чтобы было. Чтобы не в одной все, а в другой будут какие-то такие более нейтральные. А чтобы более грамотно это распределить. Поэтому я инженера хотел бы в другой серии, а не с одной серии с призраком. А тут получается, что у меня и этот персонаж такой весьма себе сфокусированный, интересный забег может получиться. Я бы не отказался бы от плюс брони, если честно, вывести ее себе хотя бы в плюс. Вот в начале 8 сборов, слушайте, оно того стоить может. Оно мне постепенно будет давать, будет приятно. Раз. Краж жизни. Минус к сбору, да? Давайте роль, не ладно. Пока что ищем копье, все такое. Кибершар, не факт, что сыграет.
Не факт, что я сейчас удачи столько наберу. Я бы не отказался, потому что мне надо много удачи. Ну, много удачи для того, чтобы я находил прям высокого качества предметы свои, мог их качать удобно. Хотя и так сможем, на самом деле, вроде как. Объединяем. Медальон. Ну, его можно взять, да, медальон хорош. Синенький предмет за 68. Давайте. Вроде все залочил, что хотел. И прям должны... Персонаж, которому не сидится на месте. Мы должны суетиться... Не суетиться, да-да-да. Наоборот. Не должно впечатление такого создаваться, что я суечусь. Но мы должны постоянно находиться в движении. Уже бывает в троне, когда ты прям... Совсем тебе не стоится на месте. Бывает, кажется, такое впечатление создается суечение излишнего. Когда ты не совсем знаешь, что делаешь, то... Это может создать, наоборот, проблемы. Где-то в шальную клюху попадать чаще будешь. Встречать ее лицом. Так, минусы Z от расходников. Ну, в принципе, я от расходников сейчас вряд ли буду сильно играть. Хотя, опять, если я буду удачу качать, то может и есть смысл, не знаю. Минус 1 на Z от расходников, это на самом деле значительно, потому что у них всего-то 3. Будет 2. Большой добав. Не забываем качать процент урона. У меня в ближнем уйдет достаточно много сразу же. Давайте рольнем разок. Может скорость атаки раскачать себя. У меня ее мало, у этого оружия. Ну и скорость атаки тоже пригодится. Турнирное копье еще одно. Геккончик не хочу. Это берем. Кибершар пока что держим, просто потому что предмет хороший. Если он... Если я раскачаю удачу, будет неплохо. Найти бы ее сразу себе где-то, да? Чтобы она мне отыгрывала. Мы находили сразу что-то более редкое. Кибершар тоже бил. С турнирным копьем я как-то полноценно не бегал. Я его так мельком что-то брал. Особо не мог туда понять, насколько он эффективен. Оно эффективно. Оно напоминает чем-то просто обычное копье, но со своими спецификами. Вот именно по форм-фактору атаки, то похоже. Тоже такая вот штука, которая просто делает тычок сильный. И акцент делает с другим скейлом, собственно, играет. Скорость атаки 6% скорости в принципе. Это даст еще 3 ближнего боя. Блин, как прилично все-таки. Хочется это. У копья у меня средневековая, она дает процент к уклонению и процент к броне. А, не процент к броне, просто броне. Поэтому она у нас плюс уже выведена. Дальность 250. Ну, в принципе, достойная весьма. Ролл, еще турнирное копье. 6 турнирных копий набрали. Лимонад, ну давай, ладно. Вернем себе восстановление от расходника, чтобы оно было полноценное. Просто. Просто такая кучка копий чистая. Блин, мне нравятся такие контрастные забеги, да. Как вот каждый персонаж к своему чему-то такому располагает. Писали мне, что за фермера можно играть просто, например, от секаторов, то есть набирая чистые. Мне хотелось играть от сета поддержки, какой он там у нас был. Можно чисто себя от садиков играть и от них регениться, и можно даже особо не пытаться убивать врагов, там от них, не знаю, бегать, регениться и так далее, как за пацифисты мне писали. В принципе, тоже как вариант. Вот я бы хотел, если будем отдельно это закрывать, это будет интересно, какими-то дополнительными такими небольшими видосиками, может быть, на канале. Может быть, что-то такое сфокусированное собирать, как раз-таки, к чему персонаж располагает, если будет получаться, конечно. Будет видно, пока не обещаю. Просто мысли вслух чисто. Еще турнирное копье постепенно качаем. Кража жизни. У меня отталкивания и так нет. Ну, давай тогда возьмем. Рольнем, потому что дальше ролл будет дороже. Так, урону, краж жизни. Во, ритуал нашли. Типа призрак, ритуал, поэтому не такой открывается, такой одноименный. Хотя по своим статам он не то, что чем-то уникальным подходит именно непосредственно призраку. Но там и не у всех анлоки такие. Просто у некоторых анлок там, например, красные предметы, которые идеально подходят именно этому персонажу. У кого-то мне писали, что вроде как типа, мол, оружие открываются. Но я не уверен, честно говоря. Если так, то прикольно. Постепенно все это само собой посмотрим. Может быть, либо постепенно я буду за кадром закрывать персонажа на нулевой сложности, чтобы просто себя анлокнуть что-то, но не считать, что там именно анлокается. Не смотреть по статам, не брать предметы, если какие-то оружия анлокнутся. Либо, когда мы вот круг всех персов сделаем, тогда резко всех, не знаю, там вечерок мне уделить буквально, закрыть всем нулевое возвышение, чтобы просто анлок был и все. Пока не знаю. Чистые мысли вслух. Вообще, с большой скоростью бега здесь приятно двигаться, очень приятно. Уворачиваться тоже. Могут быть трудности с мобами стреляющими, конечно. Так, процент к урону. Вот это мне надо. Еще процент к урону. Пиявка, краж жизни, реген. Давай. Сумка себя быстро окупит, я думаю. Погнали дальше.
Седьмая волна. Слушайте, а неплохо мы так уже подраскачали. Мне не хватает здоровья, кстати. Вот очень важно, знаете, в таких играх бывает, что у тебя нет никаких проблем, а потом ты в один момент замечаешь какую-то деталь. Замечаешь, что у тебя, например, хп не хватает в моем случае. Вовремя я это увидел. Надо сейчас хп подраскачать, потому что его мне не хватит. Уклонения у меня особо нет. Брони у меня тоже не особо. То есть я не знаю пока, какого стата в плане выживаемости я буду действовать. Явно не от скорости. Скорость это хорошо в дополнение к чему-то. Но чисто скоростью сыт не будешь. Если бы врагов можно было синхронизировать по движению, и они бы не диспавнились и спавнились новые, туда-сюда не заменялись, да? Не ротировались. То можно было бы чисто толпу такую одну собрать и от нее чисто гонять. Но такое невозможно все-таки. Тихо-тихо-тихо. Аккуратно. Ауч. Хотел материал подсобирать немножечко здесь. Так, удача 5, что-то маловато. Давайте, о, фиолетовый. Ближний бой хорош. Стоп, ближнего боя дали нам 6. Не-не-не, да, все правильно, 6. Я что-то как-то подумал, что я с дальним боем в количестве статов перепутал. Не-не-не, дальнего боя дается меньше как раз таки. К скорости плюс к дальности, минус стихийный урон. Хорош, идеально. Еще больше скилла для турнирного копья. Мне так кажется, что у нее типа идет 50% от миль, 30% от этого самого, как его. Они просто суммируются, а потом умножаются на процент. Не дает тебе какого-то особого профита, типа перемножение еще куда-нибудь, что такое еще. С меня то, что скейлить старушку, соответственно, сложнее, чем было бы, пусть у нее чисто от мили, например. Так, крылья я беру точно. Пчелку не уверен. При подборе материала восстановить здоровье себе, минус урон в дальнем бою, подойдет. Пчелку, ну, у меня уклонения мало. Давайте не будем, наверное, брать. Хотя, может быть, стоило. Там она мне минус один ближнего боя лишь дала бы. Не так уж много. Отняла бы, точнее. Следующая волна будет фармовая. По-моему, 15-я волна, кстати говоря, какая-то то ли с баферами, то ли с вот этими мобами, которые разделяются. То я как-то как раз-таки за кадром обратил внимание. Тихо. Вот да, вот сейчас я чисто именно что двигался. И двигался тогда, когда двигаться особо не нужно было в обычной ситуации. Но здесь я вынужден чисто. Из-за этого пару тычек лишних охватил. Но в принципе, кража жизни работает тоже у меня. Здоровье подраскачать надо. И радиус сбора тоже пригодится, кстати, если вдруг встретится. И удачи тоже. Как много статов хочется, а? Не знаю, мне нравится такой подход, когда тебе надо балансить всего так в меру, контролировать это постепенно ты, когда просто с опытом игры начинаешь чувствовать лучше эти все статы. Но это надо какое-то время наиграть, само собой, еще. Так, 9 хп. Да, надо. Есть, конечно, другие статы, которые я ценю зачастую больше в плане выживаемости, но сейчас нужно хп. Скорость минус к дальности. Даже не знаю. 4% скорость не так много, минус дальность только. Хотя, возьмем. Так, ролл. Оружия мало встречаю нужного. Лимонадик возьмем. О-о-о-о. Сомнительное зелье, конечно, дает очень много удачи. Мега крутой у него эффект. И при этом не так много забирает регена, который легко восполнить вполне себе. И это сразу очень ощутимый баф удачи. Потому что, знаете, там, например, 5 удачи видишь белого качества за левелап. Что-то как-то брать не особо хочется. А вот здесь 20-очка. Сразу это можно весьма себе так, ну, ощутимо. И для кибершара в том числе. Который сейчас у меня, соответственно, будет уже неплохо наваливать. И в том числе на этой волне. Кстати, потому что мобы тоненькие, их много. Он легко прокается, ему урона хватает, чтобы выносить, возможно. Хотя, может, не хватит. 25% типа. От 20, простите, у меня, да? 5 единиц урона. Ладно, не хватит ему, чтобы шотать легко. Но, тем не менее, будет неплохо. Все равно показывает себя. Думаю, что много материала сейчас можно набрать. Достойно. В прошлом забеге у меня было здесь маловато, я набрал на этой волне. Сейчас вполне адекватно. За 500 перевалит, нет? Вряд ли. Ящичка 2 зато получили уже. Неплохо. За 500 перевалит. Перевалит за 500, хорош. Сейчас будет жирный магазин. Приятно всегда тратить такое количество материала, конечно. Плюс стихийный урон, минус к уклонению не надо. У меня не надо оно мне. Так, в неподвижности, хамелеон, 3% уклонения он мне даст всего лишь. И это все. И минус 4% урона не стоит того, я думаю. Эти предметы, которые этому персонажу совершенно не подходят. 10 удачи. Давайте рольнем разум. Блин,
Хотя краж жизни пойдет, хотя бы не прям какой-то трэш. Так, плюс броня пойдет тоже. Надо бы ее подкачать мне. Блин, минус краж жизни 2%, но 10% скорость атаки. Мне скорость атаки пригодилась бы. Я даже не знаю, но минус краж жизни так хочется. Хотя мне ее достаточно. Давайте возьмем, я думаю даже, что выгодно будет. Мы чаще будем атаковать, все такое. Кибершар еще один, кстати говоря. Да, берем. ХП плюс к скорости врагов. Слушайте, 15 хп, давай. Это решает наши проблемы со здоровьем на долгое время. Минус 6 удачи, не хочу себе брать. То есть мы, в принципе, от врагов можем бегать. Другое дело, что от них уворачиваться станет, соответственно, в любом случае сложнее. Но 15 хп это прям, это много. Зажимать они меня по скорости не должны. То есть те, которые эрбапаются. А вот просто где-то создавать более тяжелые ситуации могут. Но надеюсь, что оно того стоило все-таки. Ну, тут теперь у меня 53 здоровечка есть. Набрать бы еще там, не знаю, брони. И в принципе у меня уже и краж жизни неплохая есть. Восстанавливаемся, если даже отхватываем. Надо вот сейчас где-нибудь отхватить и посмотреть, сколько я... Насколько быстро я регенюсь. Ну, в принципе. Хотя тут не объективно, потому что я мало врагов бил в этот момент, пока смотрел на левый верхний угол. И своим хп-баром. Где-то даже прорашить можно чуть-чуть, но не стоит слишком сильно этим злоупотреблять, опять же. Слиться можно очень быстро. Но вот поувереннее себя начинаю чувствовать, само собой, постепенно, когда какое-то время поиграешь. Особенно очень хорошо покачиваются навыки игры, когда ты буквально несколько вечеров, например, подряд просто посидишь. Но у меня не совсем так оно идет. Так, еще хп, скорость атаки, которая даст мне урон еще. Слушайте, наверное, скорости 74%, ни хрена себе, я чуть не ждал, что у меня столько уже набралось. Это даст мне еще прилично ближнего боя. Мне процент к урону, кстати говоря, раскачать. У меня ближнего боя там много, а вот его не очень много. Я возьму себе скорость, надо процент к урону, да. Опа, вот это подойдет. Скорость атаки, дальность. Ну, давай тоже. Плюс сбор, плюс к врагам. Реген, минус Z в начале волны. В принципе, я думаю, можно залочить. О, и вот это тоже, наверное. Потому что мне урон нужен. Скорость атаки у меня, ну, не очень хочется ее понижать, но у меня ее все-таки в большем достатке гораздо. Это не надо. Рольнем разок еще, хоть там же дорого стоит. О, копье нашли. Я что-то про оружие уже забыл, если честно, как-то я его вообще не встречаю. Вот эти, я покупал все копии, которые встречал. Я говорю, кто говорит, что если ты берешь себе чисто одно и то же оружие и легко себе под конец его все раскачиваешь, ну тут сильно должно повезти тоже. У меня типа и удача 35, и я только его брал, но оно просто не встречалось. Не то, что оно мне там редко высокого качества не встречалось, у меня в принципе не встречалось особо. Тут сильно влияет то, что тебе и повезло, повезти должно значительно. Потому что опять же, в отрыве от контекста, не совсем корректно будет судить. В одном забеге тебе навалит, как это у меня было с палкой, не с палкой, то ли с палками, то ли с чем-то еще было. А, с палками, когда я 6 палок использовал, по-моему, было неплохо. Оп, мог, кстати. Заметил его. И сундук есть, отлично. Иногда тебе навалит прям хорошенько, что ты от них отмахаться не успеваешь. А другой раз тебе даже с прокачанной удачей, хоть выше качества могут попадаться предметы, все равно попадаются, во-первых, белые, а во-вторых, попадаются редко. Ну, частота вроде от удачи не зависит. Сейчас 11-я волна, у меня два синих копья, все остальные беленькие. Едва ли я успею... У меня будет, наверное, типа там одно-два фиолетовых, может быть. Едва ли я успею все синим сделать. Так, это нам не надо точно. Скорость минус удачи. Я думаю, не надо. 6 удачи я не хочу терять. Прям не хочется совсем. 9 макс УЗ. Ну, давай. Мне сейчас не ближний бой нужен просто, да, вместе со скоростью, а процент к урону больше. Минус для крит удара. Вот это замечательно подойдет мне. У меня он так в минусе. Копье берем. Это тоже. Плюс в скорости. Дальности у меня достаточно. Давайте возьмем тоже. Пиявка. Много дает по регену. Так, есть купон. Купон себя впритык, а купит еще. Ну, не впритык, но через несколько волн только где-то. К 16-й волне, может быть. Лимонад тоже зайдет, мне кажется. Гриб, кстати, тоже. По-моему, я все покупаю. Ролл. Опа, вот это тоже давай сюда. Еще больше удачи. У меня половина хп в начале волны из-за помидорчика. Но, в принципе, чаще всего не будет проблемы успеть это восстановить себе. С моей регенерацией, кражей жизни. За материал мы, по-моему, за подтягивание еще тоже восстанавливаемся.
если не ошибаюсь. Если я взял этот предмет. Опять же, в голове полная каша, когда... Их на такое количество. Но мне очень нравится такая динамика, знаете, в играх, когда у тебя есть контроль рандома и разнообразие, и вот чтобы не было... Чтобы контроль рандома не был имбовым, у тебя существует в игре просто очень много предметов, в принципе, да, которые ты можешь встретить. И много из них к тебе подходят. То есть это напоминает как в Скал, как в Айзеке, как в Ганфайре даже, хотя в Ганфайре там... Там другом проблеме есть, но конкретно вот в плане нахождения нужных предметов это там приятно весьма, потому что ты, как правило, всегда находишь какие-нибудь предметы, которые тебе подходят. Забег. Трудно сделать забег, в котором тебе нет ничего подходящего, просто такое невозможно. Наручники, рановато. Да и что, они 8 ближнего боя дадут мне. И все. Не надо. Это тоже не надо, ролл. Опа, вот на это я надеялся. Вот я, поэтому я думал, что я фиолетовое копье найду все-таки еще. И может быть даже красный сделаю. Просто из-за того, что он мне попадется. А вот белыми синими я охренею набирать. Ну и в любом случае, я тулочи тоже, само собой, покупаю. Так, это 1% к урону за каждый один параметр процент к скорости. У вас плюс 92. Охренеть! Генератор энергии! Имбище, имбищенское, нахрен. Так, я это должен взять, причем сейчас, по-моему, да? 92% к урону. Вау, это идеальный предмет для этого перса. 122% сразу же. Ух ты ж, блин, ни хрена навалило. А можно еще такое? Или, наверное, он в одном экземпляре, скорее всего, встречается. И он дает именно, что он динамично меняется. Мне писали, да, потому что человек подумал, что он единоразово работает. То есть на момент поднятия, сколько у тебя было, столько дает себе. Но потом мне ему ответили, что нет, оно у меня в процессе забега все-таки менялось. И за подбор стата, который там нужен, повышался и второй стат, соответственно, тоже. Теперь мне скорость надо качать чисто. И не останавливаться вообще. Даже если где-то вот это машинально может произойти, кстати. Потому что я перед собой вижу врага, у меня скорость так и не слишком большая, я могу его не успеть вынести. Гораздо проще мне в него, в принципе, влететь, к слову. Хочется остановиться, но останавливаешься, получаешь очень много урона в лицо, в принципе. Из-за того, что броня сразу в минусе огромном. Просто не отпускать клавишу движения. Хотя бы какую-то держать постоянно. Хотя бы, знаете что, кстати, смотрите. Броня 3. Точно, если есть враг, если я вот где-то... Так, это я не беру сейчас, не хочу, разбираем. Кража жизни, волшебная палочка. Так, и турнирные копья. Давайте объединяем беленькие и делаем так. Делаем еще одну синюю. Теперь два фиолетовых, еще фиолетовое. Так, ну теперь нам одноглазый червь не нужен, у нас процент урона достаточно. И в ближнем бою тоже много урона, пипец, ну конечно. Статов 203 стат, а это 226. Охренеть, как это много мне дало. Павлина я не буду брать, у меня сейчас будет элитка. Не хочу я урон повышать им. Бонусный опыт того не будет для меня стоить. Давай еще один ролл сделаем. Так, минус скорость атаки, плюс к урону, плюс к дальности, плюс урон в дальнем бою. Так, ну не подойдет. 5 хп можно вот это. 6% к урону минус дальности. Да, не надо. Мышку можно. Плюс к врагам много, но 5% краж жизни. Это прилично. Мне писали, что краж жизни, ой, как его, процент к врагам, он не повышает, собственно, лимит врагов на экране. То есть у тебя по-прежнему их остается типа 100, мне написали. Если, соответственно, да, если у тебя вот ты бежишь куда-то от врага, да, тебе надо остановиться, то вот так просто бежишь в стеночку, и ты не получаешь дебафа перса, но при этом никуда не двигаешься. Блин, слушайте, вот сейчас мне эта скорость излишняя мешает. Ай. Сильно мешает, слушайте, так все хорошо было, а меня... Меня сейчас убьют, я не могу... Я просто не могу, я не могу стоять на месте, потому что я буду получать в два раза больше урона. Может быть, надо было больше останавливаться все-таки, я даже не знаю. Но у нас было бы минус к урону в неподвижности. Причем к параметру процент к урону за каждое оружие, то есть в неподвижности я вообще не буду дамажить. А если ты с такой скоростью бегаешь, ты вообще ничего не можешь проконтролировать. Ты настолько часто начинаешь получать урон, что перебор скорости был. Я не ожидал, что настолько будет проблема, хотя... Да, стата очень много было сейчас. Но это было весьма колоритно тоже. Блин. Такой предмет выпал крутейший. Дамага было за глаза, но я не мог элитку просто бить, потому что мне приходится двигаться, иначе я помру, у меня не будет ни урона, ни брони.
А двигаться постоянно вокруг нее очень тяжело. Влетаешь в плюхи постоянно какие-то, приходится отходить. И меня мобы, которые просто стреляют, задушили. Может быть, уклонение к этому хорошо бы зашло, потому что шальных ударов, шального получения урона какого-то рандомного было очень много. Ну, такая у нас получилась серийка, ребят. Второй забег я делать за ловкача, наверное, сейчас не буду. Может, еще за него как-то у нас получится сделать серийку, не знаю, может быть, будет она однажды. Не обещаю. В следующий раз у нас будет такой вот солидный потато-предприниматель и инженер, которого я очень давно жду. Минус 25% к ценам в магазине. Модификации типа сбор усилен на 50%, дает на 25% материалов за разбиение. Разбивание предметов, разбирание. Минус 100% материалов в начале. О, он все материалы в начале волны теряет. Модификации типа урон ослаблены на 50%. Ни хрена себе. Мне пока что проще всего даются персонажи, у которых просто какая-то своя идейная штука есть. И сложнее даются персонажи, у которых динамика магазина и прочего вот такого вот базовой механики, она меняется. То есть у кого там, не знаю, кому надо, у кого цены больше, у кого материалов меньше за мобов, у кого что-то еще такое. А за таких мне менее комфортно играть. Все равно, опять же, я бы спокойно прошел бы всех со временем, если будет у меня такая задача. Возможно, что мы за предпринимателя захотим за разбирание предметов. Оружие считается или нет? Я просто могу разобрать оружие 12 штук во время забега. Хотя это просто сделать за кадром тоже, типа, 5 минут времени буквально, чем заниматься и ослаблять себе забег в серии. А вот здесь надо будет дальность нам повысить. Даже не знаю. Ну, в принципе, тоже скачать за кадром легко это. Отдельно заделать забег на это я не вижу смысла особо. Ух, на сегодня на этом, ребят, все. Вот такая у нас получилась серийка, мне кажется, весьма себе насыщенно. Уже третью серию подряд у меня первый забег удачный, второй не такой удачный. Так забавно идет. Но тут, на самом деле, вот вроде как все было очень круто, но... Да, со скоростью все-таки, когда ее слишком много, контролировать становится очень тяжело. Из этого свои проблемы тоже вытекли. Я просто, я в патовой ситуации, я не могу остановиться, но и бежать мне нельзя. На этом все, ребят, все, всем спасибо за просмотр, с вами был, как всегда, Леоми. Подписывайтесь на канал, буду очень рад, ставьте комментарии на видео, мне очень будет приятно. За позитив и за актив в комментариях, именно за позитив, только без бэксита, без этого вот вечно играй так, делай так и так далее, потому что у меня уже в последнее время вот дико жопа сгорает, особенно под сериями Братата, что я, все, я играю уже как я захочу просто, и какие-то вот такие вот агрессивные советы я больше слушать не намерен. Хочется чисто позитив получать как в плане фидбэка, так и от записи. Надеюсь, что меня адекватно поймут. Вступайте на сервис, хочется типа, пообщаться, ребят. На канал стрима, чтобы не случилось чего. Но я желаю всем хорошего настроения, такого же дня, всем удачи, новых встреч. Всех кусь-кусь и всем пока-пока.